Я даже не знаю. Мой путь в музыку начался, наверное, лет с 4. У меня у родителей на кухне стоял стол. Я отрывал оттуда перекладину и под песни Асмолова, короче, вот так по кухне с ней гонял. Ну, еще ракетка от бадминтона, конечно, тоже ништяк была, подходила под это дело. Когда я пошел в школу, там все сразу обнаружили, что я могу что-то петь. Сразу мне там песню про первоклассника, давай, меня на сцену сразу двинули, я помню, вышел первый раз, ДК Приокский, я вот такой шкет, мне 7 лет, капец, как страшно было вообще, память прям, ну, плохо сохранила, что там на сцене происходило, но вроде я все спел, и к сцене я более-менее приучен, с детства был. То ли дело, что вот заниматься вокалом непосредственно, я пошел только в возрасте 20 лет, а это достаточно поздно. И к тому моменту моя речь была отвратительной. Я все неправильно произносил, пришел к преподавателю, он мне говорит: «Господи, как ты ужасно разговариваешь». Говорит: «Пишешь ты песни нормально, все хорошо. И на гитарке уже вроде научился играть, но, говорит, речь мы тебе поправим». Вот. Ну и планетарий, когда существовал, тоже я в разных группах играл. Там 100 концертов в планетарии точно отыграл, потом был медицинский университет, который я закончил, переехал от родителей, бросил медицину сразу, в кавер-группах давай играть, преподавать гитару, ну и как-то все вот так вот, вот так вот. Когда был Парнас, тогда я уже более-менее на ноги встал, хороший инструмент купил и понял, что, ну, в принципе, можно музыкой зарабатывать, можно существовать. Потом полгода Китай был, там тоже посмотрел, как люди музыкой зарабатывают. И сам зарабатывал. Ну, сам там это больше все-таки для приключений было. То есть я привез чуть больше, чем увез туда с собой. Вот. Но зато воспоминаний там на всю жизнь теперь хватит. И потом уже здесь был блэкджек, потом был ковид, который просто, господи, все поломал, всю индустрию. Я не знал. Думал, что это еще годами будет все возрождаться. Я не удивлен вообще, что она стала мэром. Потому что еще когда ее знал тогда, можно было уже предположить, вот, что она, потому что, ну, женщина очень солидная, она всегда была хорошо одета, всегда классно разговаривала, у нее была четкая поставленная речь и чувство юмора, вот. Поэтому мы всегда с радостью ходили, ну, мне нравились уроки русского языка, не знаю, как там другим, у меня с русским-то все путем всегда было, поэтому, ну, мне нравилась ее подача. Потом она директором была. Ну, как, ну, прикольно. Что, я никаких там сверхъестественных эмоций не могу сказать, что мне такие события вызывают. Не знаю, забавно и весело. Изначальное название группы было другое. Короче, когда мы только-только организовались, мы назывались Jackpot. И приехали мы выступать в клуб Black Angels, это наш первый концерт был. Такой он какой-то маленький, небольшой, такая вечериночка. И был ведущий, я уже не помню, кто это был. Он вышел и объявил: «Кавер-группа Black Jack». И мы такие: «Блин, ну объявил уже, что мы будем выходить, поправлять, неудобно как-то. Black Jack так Black Jack, хрен с ним». Так, отыграли, он нас опять: «Поаплодируем, кавер-группа Black Jack». И мы такие: «Ну, а в принципе-то неплохо звучит, что давай, может оставим и все-таки давай». Никакой смысловой нагрузки нет. Не-не-не-не-не, тут никакой легенды здесь под этим нет. Все вот так было, все просто. Но. Это разные вещи в корне, как мне кажется. Но с одной стороны, кажется, вроде да, и то кавер-группа, и то на корпоративах. Я бы сказал, что у Black Jack звучание более серьезное.
Может, более плотное такое, насыщенное? Безусловно, безусловно. Оно более масштабное. Да. Если Парнас там... Ну, все-таки это такой шуточный проект немножечко. В хорошем смысле этого слова, конечно. Но это не то, что, например, комфортно играть там на большой площадке, на стадионе, на мощном звуке. Мне всегда хотелось такого масштабного звучания, чтобы была электроника, электрогитары, барабаны, чтобы серьезно тоже громыхали. Вот. А там, ну, саксофон, контрабас, такого плотного звука, такой волны никак невозможно было добиться. А сейчас получается. Это круто. Состав набирал я, но состав поменялся на 50%. Почти год назад уже. Вот те ребята, которые играют сейчас, ну, это мастера лучшие в городе. Я никого лучше точно определенно не знаю. Вообще, я уже давно посматривал в сторону Андрюхи, басиста. Я его очень давно знаю. Ну, я просто счастлив вообще, что эти парни играют со мной. Я чувствую, что есть синергия. Что, ну что там? На концерте все понятно и все видно. Да. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это заказчик захотел, чтобы именно вот такую песню, а можете сыграть, пожалуйста, вот у нас там батя невесты любит. А Антонова, сыграйте Антонова, Мурку, да. Слава богу, ее уже не просит. Вот. Но есть песни, которые самим всегда хотелось играть, хотелось. И вот, ну, хочу, не могу. Потом мы думаем, ну, вообще, стоит ли ее играть, как там народ оценит в зале или нет. Я считаю, что любую песню нужно играть с удовольствием. Вот, если она играет с удовольствием, то и сам удовольствие получаешь. И люди тоже видят. Приятно смотреть на человека, которому хорошо. Вот, и который веселится, и которому классно. Под минусовочки играть даже менее комфортно, чем вживую. Потому что это минусовка, что это. Нету синергии в минусовке. У нас есть электроника. Есть кое-какие синтезаторы, звуковые эффекты, перкуссия, которые прописаны в плейбэк. Но это чтобы просто дополнить звучание, чтобы сделать студийный звук прямо на концерте, вот, на мощной аппаратуре. Такие вещи, они допустимы. Они, наоборот, дополняют и улучшают общую картинку. Ну а так, чтобы там выкинуть все инструменты и оставить только вокал, ну это как-то, блин, ну не нам это, не людям, не прикольно на это смотреть, зашквар. Ну я пишу электронику, аранжировки мы собираем на репетиции, все по ходу. У меня высокая степень доверия к басисту, барабанщику, гитаристу, ну ко всем. То есть я расставляю минимальные акценты. Как их зовут? Так, значит, на барабанах мой старый кореш Серега Бирюков. Андрюха Питаев на басу и Илюха Путильцев на гитарке, наш Джеймс Бонд. Вот таким составом мы бацаем, собственно. Наверное, ничего второстепенного нет, но в последнее время, как мне кажется, самое наименее важное из вот этой триады – это слова, боюсь так вот сказать, но, наверное, так оно и есть. Потому что люди обычно воспринимают какой-то общий, такой обобщенный энергетический посыл, который исходит от группы. Ну, он может от одного человека исходить, может от группы. В общем, там должен быть кач, четкий метр, чтобы под это можно было танцевать. Выверенная аранжировка тоже, безусловно, огромную роль играет. Ну, а слова... Да, господи, все слушают иностранные песни, половину не понимают, орут, и все довольны. Кого там волнует смысл слов? Есть, кстати, два типа искусства, вот, как мне кажется. Это дионисический тип и аполлонический. Аполлонический тип – это музыка, которая призвана какие-то высокие духовные порывы в человеке вызывать, там, повышать его образованность и духовность и прочее. И есть музыка для веселья, музыка для тела, для угара. Наверное, на мероприятиях мы играем именно второй тип. Поэтому, как бы, со словами тут попроще уже. Ну, люди зачем приходят на концерт? Они хотят попеть вместе с артистами, на них посмотреть. И более знакомый материал, конечно, они будут воспринимать лучше и проще. И будут реагировать, соответственно, ярче. А
для такой музыки, как у Тины Кузнецовой, во-первых, это слушатель должен быть подготовленный. Некоторые жанры музыки вообще требуют определенной образованности музыкальной и подготовки, чтобы эту музыку воспринимать. В данном случае это был такой показательный, конечно, случай, потому что группа-то очень крутая. И... Но не в том месте они вот немножечко, по-моему, оказались. И не в то время. Знаю, будет до утра смотреть на звезды. Тебя греют в моей груди костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Если ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с ним не шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда что? Звук поставим на. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Дом под нами внизу, и простите меня. А потом о любви говорим до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Дом под нами внизу, и простите меня. А потом о любви говорим до утра. Это юность моя. Есть параллельно еще и ребята, которые вообще совершенно самостоятельно развиваются. И Алла Борисовна, которая считалась там за руководителя всей эстрады, что она там вертит артистами, какие будут куда. Нет, сейчас все, ничего нет, сейчас есть интернет. Все можно делать самим, можно записывать музыку, не выходя из дома. Есть шедевры, хиты мирового уровня, созданные в пределах квартир, в которых живет, собственно, артист, сам там пишет. Вот. Главное развиваться, иметь мозги. Пишем и делаем, и скоро будем выпускать. Снимаем здесь. Мы... Здесь павильон вот сделали для съемок, да, чтобы можно было лайвы прямо с репетиции снимать. Вот. Ну, я сторонник того, чтобы все делать самим, самим писать песни, самим их выпускать. И самим их распространять и собирать потихонечку свою лояльную аудиторию. Вот. Ну, это самый, ну, возможно, долгий, но надежный путь. Кем захотят, тем и станут. Ну, я ни в коем случае не буду им ничего навязывать, это точно. Потому что я знаю, ну, на себе это уже прошел, когда все твои родные, чтобы ты хотел стать вот кем-то вот этим, а ты хочешь быть кем-то вот этим. И становиться нужно тем, кем ты сам хочешь быть, это 100%, я в этом уверен. Вот. Иначе это будет полный провал для всех. И все в конце концов разочаруются друг в друге. Собаки воют со дворов, лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что, я больше не вернусь домой. Я так давно того хотел, только не волнуйся. Ну, можно сравнить, допустим, ресторан «Макдональдс» и советскую столовую. И у советской столовой тоже будет свой путь, скажем так. Что касается рок-музыки. Рок-музыка западная и русская имеют совершенно различные корни, совершенно различную этиологию. В западной рок-культуре есть четкий путь преемственности, как из одного музыкального стиля получался другой. Ну, грубо говоря, это был изначально блюз, который черные парни играли. Он, затем был соул, ритм и блюз. Потом появился рок-н-ролл. Это там где-то 50-е, начало 50-х годов. Рок-н-ролл, рокабилли.
панк-рок, и затем уже всякие более тяжелые, глэм-метал, в общем, он тоже происходит из блюза. И если там куда ни копни, все приходит в блюз. У них не было цензуры музыкальной, не было худсоветов. У них, в принципе, человек мог выражать свою свободу через музыку шире, чем у нас. А у нас был всегда худсовет, это нельзя, матом нельзя, про секс нельзя, про наркотики нельзя. У них можно было, все можно. И люди себя чувствовали более свободно. У них музыкальный посыл, конечно, в этом плане намного ярче. Отечественная рок-музыка, она возникла из бардовской дворовой песни под акустическую гитару. Там у них, значит, это все на основе, как бы сказать, на основе гитарных рифов, блюзовых рифов. А рифовая тема, она больше ритмическая, чем мелодическая. То есть у нас больше тоски, у них больше танцев. И у нас больше политики в рок-музыке, больше каких-то социально острых тем. А у них это в основном, ну, развлекалово, песни про любовь, секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот. Потом у нас попытались все это как-то замешать, тоже был советский рок-н-ролл, который, ну, у нас тоже есть, у нас не как у них, чуть-чуть по-своему, нет, я не могу слушать наш отечественный рок-н-ролл, это, я не знаю, это недоразумение, по-моему, это вообще не то. Социальный рок русский, да, есть крутые вещи, мне нравятся. Есть очень музыкальные, мне нравилась всегда группа ДДТ, вот, с детства. Классно, мне нравится «Аквариум», классные музыканты. В разных стилях они играют, все зашибись. Но это совсем, конечно, не Мотли Крю западные. И никогда у нас, наверное, не будет так, как у них. Потому что это 30 лет нужно нагонять. И ждать, когда сознание людей поменяется. Чтобы писать такую музыку, нужно чувствовать себя совсем по-другому. Совсем... самоидентификация совсем другая, короче, должна быть. Это вообще не, уже не про музыку вопрос, а скорее про какие-то психосоциальные вещи. Мне кажется, вот эти песни для души начинаются, когда после концерта мы идем к нашему корешу в гости, и пьяные под гитары там уже что хотим, то и мочим. Вот там уже начинается для души. Да что говорить, я не знаю, на концерте тоже для души. Есть песни, которые... Вон, мы играем Prodigy. Босс наш иногда говорит, не надо Prodigy, а давай лучше ЛВВ Ленинград. Мы такие, no! Мы будем играть Prodigy. И вот тогда весело, очень весело.